44 депутата, 4 фракции и одно общее дело. Для чего нужен Государственный совет нашей республики? Отменить домашние задания в школах, увеличить всем зарплату и выдавать на обед конфеты. Какие законы приняли бы наши школьники, если бы стали депутатами? И что про это думают в Государственном совете? Камни, бобы или поднятые руки? Как сейчас голосуют парламентарии при принятии решений? Ответы на все вопросы в программе «Законодатели». Смотрите 29 марта в 20:00 на национальном телевидении «Чувашия».